Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая, и это программа журналистских расследований «Схемы». Мы разоблачаем коррупцию и рассказываем о ней в именах и деталях. Почти 2 года назад парламент принял закон о создании общественного вещания на базе Первого телеканала. Однако объединение всех государственных структур, которые должны были в него войти для дальнейшей трансформации в современный независимый телерадиовещатель, до сих пор не завершено. Как и ожидалось, идея натолкнулась на саботаж на разных уровнях. Мы проследили, как реформу тянет вниз некогда легендарный Укртелефильм, который должен также влиться в общественное. Оказалось, что в последнее время Укртелефильм вместо киносъемок взялся возводить жилые дома и продавать квартиры. И тут началось. Судебные тяжбы за квадратные метры, продажа квартир своим за наличные в обход бюджета. Киношники так погрязли в этих непрофильных темных делах, что отказываются вступать в структуру общественного. В этом и приходится теперь наводить порядок проводителям реформы государственного телевидения. Странную историю с квартирами Укртелефильма распутала Валерия Егошина. Это здание национальной телекомпании называют «Карандаш». Именно здесь хранятся архивы за десятки лет, некоторые еще на пленках и забытых кассетах VHS. Именно здесь должен быть создан Центр общественного вещания Украины. Для создания такого вещателя все областные ТРК, медийные государственные организации и предприятия должны быть реорганизованы в филии и присоединиться к национальной телекомпании Украины. Она со временем должна превратиться в публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которой будут принадлежать государству. По крайней мере, так должно быть по закону. У нас были все шансы, У нас были все шансы, чтобы на 1 января 2016 сделать общественное вещание в виде публичного акционерного общества. Однако общественное вещание до сих пор не создано. Одна из причин – студия «Укртелефильм», которая должна была присоединиться к национальной телекомпании, этого так и не сделала. Возникла непроходимая проблема на пути создания суспільного мовника, что одна из предприятий, которая должна войти в состав НТКУ, это дочернее державное предприятие «Укртелефильм», саботирует этот процесс всяческими способами. Легендарная студия «Укртелефильм», созданная еще в 1965 году. За это время здесь снялись сотни художественных, тысячи документальных и музыкальных фильмов. На студии снимали фильмы о Чернобыле и Роксолану. Ты требуешь невозможного, сердце мое. Почему невозможного? В последнее время фильмов здесь снимают все меньше. Вместо этого занялись непрофильными делами. Сдают в аренду помещения и даже инициировали строительство жилого комплекса. Журналисты программы «Схемы» решили пообщаться с работниками Укртелефильма, чтобы выяснить, почему они делают все, чтобы не вливаться в новую структуру, тем самым тормозя ее создание. Вместе с председателем комиссии по реорганизации государственного предприятия «Укртелефильм» Еленой Любченко приехали на студию. Оказалось, там хозяйничает старое руководство и коммерческий канал. Что нужно? Нужно открыть павильончики. Только от разрешения нового канала. Не можем связаться даже с названным руководством. Я не пускать вас сюда. Мы не можем войти до керівництва. Кто ж сказал? Охоронец. Значит, не можете. Впоследствии к нам вышел старый новый руководитель коллектива, режиссер Олег Бима. Он говорит, что на предприятии страйкуют. Потому что здесь был комитет госпожи Сюмары, и они обещали решить конфликт. Ну а пока Укртелефильм зарабатывает предоставлением площадей для коммерческих каналов. Интересно, что по документам это не аренда 30% прибыли, от которой должно идти в госбюджет, а предоставление технических услуг. Но госпожа Любченко говорит, что через такую хитрую формулировку эти 30% на самом деле в бюджет не поступают. Они имеют какой-то доход от деятельности, но прибыль они очень жаль. Они получают не от хозяйственной деятельности уставной, создания фильмов, а от сдачи в аренду соответствующим предприятиям. Новый канал там 100% арендует площади. Новый канал
там 100% арендуя площадь. Однако мы обнаружили, что предоставление своих помещений в аренду не единственный способ, по которому государственное предприятие получает внебюджетные деньги. Более того, обнаруженные нами факты могут быть главной причиной того, почему Укртелефильм не спешит сливаться с будущим общественным. Здесь на территории Укртелефильма построили два больших жилых дома. И, как я понимаю, трудовой коллектив ожидает получить какие-то квартиры в этих домах. И они очень боятся, что вот это вот слияние с НТКУ, создание Суспильного Мовника в результате приведет к тому, что они лишатся вот этих умеренных квартир. Вхождение в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания» означает, что все имущество составляющих организаций должно быть описано, инвентаризовано и зафиксировано. После этого его продажа будет запрещена законом. И так Укртелефильм с его квартирами больше не сможет сам заниматься продажей квадратных метров. Согласно закону об общественном телевидении и радиовещании, отчуждение любого имущества без согласования Кабинета министров запрещается вообще. То есть что-то продать они не смогут. Укртелефильм расположен на живописном берегу Русановского канала. Виды, которые открываются с территорий, полученных от горсовета для ведения хозяйственной деятельности, то есть создание фильмов, должны вдохновлять на творчество. Но здесь почему-то не фильмы снимают, а занимаются строительным бизнесом. В 2004 году Укртелефильм договорился с ЗАО «Интеринвестсервис» вместе построить административно-жилой комплекс на улице Туманяна, 15А. Государственная студия занималась получением земли от города, а «Интеринвестсервис» – собственно, строительством. В 2005-м Киевсовет таки выделил под это 1,5 гектара земли. Киношники и застройщик «Интеринвестсервис» распределили между собой будущие площади. Укртелефильм получил себе право на 80 квартир. Большинство, а это более 500 квартир, отошла застройщику. Еще до сдачи в эксплуатацию студия быстро продала 28 квартир физическим лицам и еще 28 отдала на баланс города в качестве оплаты за землю. Но впоследствии всеми 80-ками квартир Укртелефильма, даже уже проданными, завладел застройщик «Интеринвестсервис» и сразу же продал их фирме «Силтек», не чуждой, как мы выяснили. Похоже, для того, чтобы быстрее спрятать концы в воду. Обобрать Укртелефильм удалось благодаря противоречивой доверенности на распоряжение квартирами, подписанным бывшим руководителем Укртелефильма Виктором Петренко. Вот за эти квартиры, незаконно забранные у Укртелефильма, пока продолжается судебная тяжба по всем инстанциям. Поэтому пока продать квартиры, как и планировали, на студии не могут. А если Укртелефильм присоединится к общественному, то потом отчуждение любого имущества будет запрещено. Чтобы выяснить, был ли этот договор фиктивным, мы хотели спросить у представителей «Силтек», заплатили ли они 69 миллионов гривен за полученное имущество и устанавливали ли они долю «Интеринвестсервиса», когда покупали имущественные права на квартиры Укртелефильма. Но фирма не подает признаков существования. А чем они занимаются? Хотя, с одной стороны, Укртелефильм кажется здесь жертвой обстоятельств, на самом же деле все еще хуже. Мы обнаружили, что киношники еще и умудрились крутить схемы с этими квартирами. И, похоже, свет, который проливает на них необходимость вливаться в общественное, это то, против чего они устроили этот саботаж. Продавать квартиры на Укртелефильме решили особым способом. Часть денег брали наличными, которые не отображались на счетах государственного предприятия. Мы нашли одного такого покупателя, который купил квартиру у Укртелефильма. Он рассказал, как мимо кассы проводилась оплата. Центр продаж, это компания «Астон», рекомендовал, естественно, как-то больше купить квартиру у застройщика, у компании «Укртелефильм», которая вроде государственная компания, и это имело какой-то вес. И тем более там на $50 за квадратный метр было дешевле. По придуманной схеме стоимость одного квадратного метра делилась на две части. 75% официально шло в кассу Укртелефильма, еще 25% покупатель отдавал наличными частной фирме, которую подрядил Укртелефильм, якобы за услуги подбора нужной квартиры. Они сказали, что вы не волнуйтесь, мы выдадим соответственный кассовый чек от руки для вашего спокойствия. Потом мы выходим из кабинета, и представители Укртелефильма, и они остаются в нем.
Поэтому покупатели, приобретавшие квартиры у Укртелефильма, а в итоге оставшиеся без них в силу договора Интеринвестсервиса и Силтека, теперь тоже ждут решения судов так же, как и сами киношники, которые тормозят создание общественного из-за имущественных споров. Ведь согласно закону об общественном, отчуждение любого имущества без согласования с кабинетом министров запрещается вообще. Но когда закончатся суды, которые получают все новое и новое продолжение, неизвестно. На предприятии говорят, что ожидают снятия ареста с квартир только для благих целей. На самом же деле в общественные хотят. Нужно где-то взять деньги, чтобы рассчитаться с коллективом. Если взять по сегодняшним ценам 3 трехкомнатные квартиры, то это 6 миллионов. Плюс налоги, то как раз хватит 7 квартир. Но мы надеялись, что мы за эти средства купим технику. Мы действительно хотим перейти в ПАО. Сопротивление работников привело к тому, что фактически из-за имущественных споров госпредприятия решить проблему уже невозможно без властного вмешательства. Дошло до идеи изменить закон. Мы фактически сейчас вынуждены вносить оперативные изменения в закон об общественном вещании, чтобы создание общественного вещания не зависело от Укртелефильма, а Укртелефильм был приобщен потом уже постановлением Кабинета министров. Правда, принятие изменений в закон под Укртелефильм провалилось, но на студии все еще надеются, что смогут избежать присоединения к НТКУ. Нас это абсолютно устраивает. Но в первом чтении закон не прошел. Это было сигнальное чтение, оно было пробное. Мы все ждем разумного решения. Создание общественного телевидения, независимого ни от цензуры власти, ни от владельцев олигархов, было одним из требований революции достоинства. Но идея натолкнулась на саботаж старых кадров по всей стране. И Укртелефильм, который когда-то снимал известные фильмы, яркий тому пример. Его работники погрязли в своих шкурных, имущественных, околокоррупционных вопросах и тянут в это болото все общественное вещание. Падение ИМЭКСБанка для Одессы стало финансовым землетрясением. В нем обслуживались госучреждения, через него выплачивали пенсии. Наше расследование показало, что такого социального коллапса могло и не произойти, если бы к банкротству банка не приложил руку и его владелец. Это Леонид Климов. В прошлом близкий советник Виктора Януковича до его побега. Некогда председатель Одесской партии регионов, до сих пор народный депутат. Наша Екатерина Коплюк изучила историю упадка некогда могущественного ИМЭКСБанка и обнаружила, что фирмы из орбиты самого Климова выводили деньги из банка в виде многомиллионных кредитов, которые так и не вернули. Это была бы, к сожалению, очередная такая типичная история, если бы владелец банка, выходец из Донецкой Макеевки, Леонид Климов, не был бы столь влиятельным человеком. Ему принадлежат в Одессе целые кварталы, дома, гостиницы и даже футбольный клуб. Почему одесский привоз может стать русским? Смотрите далее. Приморский бульвар, Потемкинская лестница, Дерибасовская. А еще легендарный рынок Привоз с особым одесским колоритом. Сразу напротив Привоза так называемый Климовский квартал. Названный так на честь народного депутата Леонида Климова, чьи фирмы решили здесь построить многоэтажки на месте старых зданий. Как узнали схемы, часть известных в Одессе зданий может перейти новым владельцам, среди которых Сбербанк России, а значит, над некоторыми зданиями в центре Одессы может оказаться российский триколор. Действующий народный депутат группы «Партия Возрождения» Леонид Климов – сотый в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes и один из самых известных одесских бизнесменов. По данным СМИ, связанным с Климовым компаниям принадлежат ряд торгово-офисных центров в Одессе, сеть отелей «Черное море», стадион и футбольный клуб «Черноморец». Среди столбов империи Климова был ИМЭКСБанк, один из двух крупнейших одесских банков. В конце января 2015 года ИМЭКСБанк было признано неплатежеспособным. Это стало для Одессы болезненным ударом. Господин Климов прошел в депутаты. Когда шел в депутаты, обещал
помогать людям, какая же это помощь? Стоят одни пенсионеры, люди падают, теряют сознание. В банке застряли деньги пенсионеров и бюджетников. Они месяцами не могли вернуть свои заработанные средства, выстаивая многочасовые очереди. Но похоже на то, что этот коллапс мог бы не произойти, если бы до этого не приложило усилий руководство банка. К такому выводу можно прийти, проанализировав, куда из банка миллионами выводились деньги накануне банкротства. В 2011-2014 годах около 40 компаний взяли кредиты у Имаксбанка на десятки, а то и сотни миллионов гривен. Деньги эти они полностью не вернули. Схемы выяснили, что как минимум часть фирм выводят на основного владельца банка – нардепа Климова. Во-первых, многие из этих компаний были зарегистрированы в зданиях, входящих в орбиту Климова, сети бизнес-центров «Шевченковский» и помещении нового привоза. Во-вторых, 26 фирм, которые брали кредиты у Имаксбанка по состоянию на декабрь 2014-го, принадлежали компании «Черноморец Капитал», которой в то время опосредованно владел сам Климов. Да и сейчас он остается одним из бенефициаров «Черноморец Капитала». Эти многочисленные фирмы взяли немалые кредиты у Имаксбанка под залог знаменитого стадиона «Черноморец». Стадион является собственностью одесского футбольного клуба «Черноморец», президентом и совладельцем которого является тот же нардеп Климов. Получается, что фирмы с орбиты Климова взяли и не вернули кредитов на миллиарды гривен в банке Климова. Под залог заложили стадион в центре города, который принадлежит футбольному клубу Климова. По данным реестра судебных решений, под залог стадиона Имаксбанк выдал кредитов на 7 миллиардов гривен. В целом же, тем или иным образом связанная компания под разные залоги якобы получали еще большую сумму, говорят в фонде гарантирования вкладов. Более 90% кредитного портфеля Имаксбанка сформирован его акционерами, юридическими лицами. Они являлись и заемщиками, и имущественными поручителями по кредитам. Пострадать в результате этой сделки, похоже, могут не только вкладчики Имаксбанка, но и футбольные фанаты. Ведь в будущем заложенный под невозвратные кредиты стадион могут продать неизвестным владельцам, и клуб может оказаться без своей основной арены. Стадион «Черноморец» – это большой объект, градообразующий для жителей. И, соответственно, на его содержание требуются огромные средства. Поэтому пока у нас сегодня нет потенциального покупателя на этот объект, пока мы не обращаем взыскания, и, соответственно, деньги, которые на содержание, фонд пока не намерен тратить. А вот фирмы, занимавшие в банке деньги, как волной смыло. Согласно реестру юридических лиц, значительная часть фирм-заемщиков после банкротства Имаксбанка были переписаны на граждан Молдовы. Некоторые другие фирмы, хотя до сих пор зарегистрированы в бизнес-центрах с орбиты Климова, по месту регистрации их не найти. В футбольном клубе «Черноморец» на наш письменный запрос о судьбе стадиона не ответили. При личной встрече главный юрист клуба Федор Якимов от комментариев на камеру также отказался. Однако и сам Имаксбанк занимал средства под залог имущества у Национального банка Украины. В 2009-2014 годах Имаксбанк получил два стабилизационных кредита в Нацбанке на сумму более 3,5 миллиардов гривен. Первый из них был получен несколькими траншами, начиная с 2009 года. В общем, выборка по этому кредиту составила около 3,4 миллиарда гривен, из которых около 400 миллионов были погашены. В октябре 2014 года Имаксбанк получил новый стабилизационный кредит на сумму 300 миллионов гривен. Залогом по этим кредитам Нацбанка осталась элитная коммерческая недвижимость в центре и пригороде Одессы. Из всех объектов, которые в будущем могут перейти в собственность Нацбанка, можно составить отдельную туристическую карту города. Высотное здание главного офиса Имаксбанка. Помещение в бизнес-центрах «Шевченковский». Часть здания нового привоза. Нежилые помещения в нескольких домах в Климовском квартале. Одесский ЦУМ. Гостиница и паркинг на берегу моря под Одессой. Промышленное сооружение в Одессе и Черноморске. А также тренировочная база футбольного клуба «Черноморец» в Савиньоне.
В конце прошлого года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания заложенного имущества. Сейчас такой суд продолжается, и по всем имущественным поручителям пока идет судебный процесс в первой инстанции. Нацбанк уже выиграл один из судов первой инстанции и может взыскать 300 миллионов гривен лично с нардепа Климова. Удастся ли государству, то есть Нацбанку, взыскать остальную залоговую одесскую недвижимость, неизвестно. В 2011 году футбольный клуб «Черноморец» взял кредит в Сбербанке России, но выплатить средства полностью не смог и задолжал финучреждению более миллиарда гривен. Под залогом кредита оказалась часть нового привоза, некоторые этажи новостроек Климовского квартала, а также база «Черноморца» в курортной зоне Одессы. Сейчас пришло время по кредитам расплачиваться, и довольно большие, известные, значимые для города объекты недвижимости, они могут оказаться в руках российских владельцев. Суд первой инстанции в этом деле Сбербанк России уже выиграл. Следовательно, банк со 100% российским капиталом имеет шанс завладеть коммерческой недвижимостью в центре Одессы. Однако оказалось, что в этой ситуации бизнес-интересы Климова и связанных с ним компаний могут пострадать не полностью. Залоговые здания могут отойти кредиторам, среди которых Нацбанк и Сбербанк, сданы в аренду на 10 лет фирмам, которые также косвенно связаны с Леонидом Климовым. Часть помещений бизнес-центра «Шевченковский» была передана в аренду компании «Шевченковский Девелопмент». Ее конечным владельцем числятся юристы из фирмы «Аргумент». Люди с такими именами ранее работали в юридическом департаменте футбольного клуба «Черноморец», а арендатором части нового привоза и нескольких зданий в Климовском квартале, одесского ЦУМа и складов возле аэропорта стала фирма «Бизнес Ренталс». Ее совладелец Александр Крыжановский – это зять Леонида Климова. Долгосрочную аренду эти здания могли сдать не случайно. Согласно Гражданскому кодексу, договоры аренды должны действовать, даже если меняется собственник имущества. Это означает, что арендатор, эти связанные лица, они могут пользоваться этим имуществом до тех пор, пока этот договор аренды является действующим. Он заключен на 10 лет, что является достаточно долгим и нетипичным для украинских реалий. Это также означает, что когда это имущество будет реализовываться, не найдется такого покупателя реального, потому что никто не захочет покупать имущество вместе с арендатором на 10 лет. Итак, в отличие от обманутых вкладчиков, одесситов и государства, окружение нардепа себя не обделило. Одесская недвижимость, связанных с Климовым компаний, защищена правом аренды, по крайней мере, на ближайшие годы. А в конце 2015-го жена и дети нардепа основали в Австрии фирму, которая специализируется на гастрономии и недвижимости. Мы хотели спросить Климова, неужели в Австрии его семья строит бизнес так же, как в Одессе? Депутат пообещал ответить позже и больше к нам не вернулся. В течение недели мы так и не смогли увидеть его в парламенте. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы». Это совместный проект «Радио Свобода» и «ЮА Перший». Встретимся ровно через неделю в 21:50. Удачи!